Классик. В будни после работы рисовать решил до темна. Бля, тут уже темно. Краски взяла, она все, короче, застыла, что-то, короче, с ней стало, просрочилась, неправильно хранила, или что с ней стало, вот она такая, все банки, все цвета, еще цвета такие кайфовые, думаю, сейчас как сделаю, в разных цветах, этой закаткой, хер, придется, почти белая такая, серая у меня есть. Будем ее
жестко темнеет, уже осталось там пару минут до темноты. Я хотел керик еще сделать. Короче, после работы рисовать так, в бахах такое себе удовольствие. Кайф рисовать, конечно, эмалькой по нормальной стенке. Есть в этом какой-то кайф, а именно кайф того, что краска тебя ни к чему не обязывает, просто малюешь себе, что хочешь. А то возьмешь какой-нибудь артон и сразу надо что-то нормальное сделать, и все. У тебя там что-нибудь не получилось. Особенно семестр какой-нибудь, видно, там что-нибудь там не пошло у тебя. Все, расстройство на краску. Слил. Пустую. Не знаю, у меня так бывает. У вас, может, не бывает. Йоу. Он должен быть сделан валиком. Уже времени и желания нет закрашивать фанец. Валиком. Малька керрис еще для дисков. Кэп. До этого был с трубочкой, сейчас обычный скини. Как банан там, универс, как он там называется. Уже он титан подключился, та банка кончилась. Ой, бля. Thank you.
перелил сюда краску. Блять, эмальки разные, Артон, Эссиана тут чуть-чуть. Каких тут только банок нет. Вот. В одной. Поэтому цвет, видите, не совпадает. Мы эту всю кривотню хорошей банкой выделим. Считанные минуты до полной темноты.